бьется. Живой. Ты где был все это время? Малыш, я... Да, Тасимка. Привет, Май, ты скоро? Да, да, я сейчас уже буду. Подожди, пожалуйста. Мне сейчас надо уехать. Ты где остановился? Нигде. Сегодня вернулся в город, пришел на нашу квартиру и не смог попасть. Бродил по городу и вдруг увидел тебя. Так, вот, ключи от нашей квартиры. Я тебе позвоню, хорошо? Хорошо. Не устала? Хорошо. А, мои любимые девочки приехали. Папа! Привет. Привет. Ну что, у меня есть идея, куда нам поехать в свадебное путешествие. Куда? Морской круиз. Так далеко? Почему далеко? Ну, раз далеко, тогда давайте в наш домик на озере. Почему нет? Кстати, Майя там ни разу не была. Я за. Отлично, тогда завтра и поедем. Ура! А можно я сама соберу свои вещи? Я же большая. Конечно, конечно. Ой, Петь, телефон, наверное, в балетной студии оставила. Съезжу. Подожди, давай я съезжу. Да, я быстро. Игорь. Прости, я заснул. Пожалуйста, расскажи мне, что произошло. Я не понимаю ничего, у меня голова кругом идет. Я сейчас с ума сойду. Я ехал очень быстро, и вдруг резкий поворот, машину занесло. Как оказался там, не помню. А как же твои часы? Я же видела их на утопленнике. Я точно знаю, что это твои часы. Я думаю, это ты. Да? Наверное, я их потерял, когда выбирался из воды. Кто-то их нашел на берегу, и то, что человек утонул, это случайность. Что дальше? Дальше я... очнулся в больничной койке. Медсестра мне сказала, что я 2 месяца был в коме. 2 месяца? А, это же невозможно! Как же так? Тебя искали все? А в какой больнице ты был? Где? Ведищеве. Ведищеве? Ведищеве, это же соседняя область. Как ты туда попал? Меня привезли дальнобойщики, но этого я не помню. Почему ты не позвонил? После комы оказалось, что у меня амнезия. Я не помнил свое имя, и документов у меня не было. Еще месяц я приходил в себя, и только вчера память вернулась. И то не полностью. Первое, что вспомнил, это тебя. Что с тобой, ты болен? У меня проблемы с позвоночником. Мне нужно срочно лечиться, иначе окажусь на инвалидном кресле. Ой.
назначение регионального врача. Я уже созвонился с доктором Семеновым. Это один из лучших спецов по позвоночникам. Он сказал примерно, сколько будет стоить лечение. Сколько? Я не помню, но, я записал. Это не итоговая сумма, еще консультации, обследования. Но денег у меня нет, поэтому. Подожди, я сейчас вернусь. Привет. Ты где? Что-то случилось? Ничего не случилось, все хорошо. Скоро буду. Целую. Целую. Вот. Здесь лекарства обезболивающие есть. Тут я принесла молоко, яйца, сыр. В общем, разберешься. Спасибо. Ну, все, мне пора. К мужу, да? Ты знаешь? Кольцо. Игорь, просто... Я же была уверена, что ты погиб. И так получилось, что мы... Малыш, не нужно оправдываться. Я рад, что у тебя все хорошо. Отличный телевизор. А ты про долг помнишь? Какой долг? За квартиру. А, да. Малыш, понимаешь, я тогда был на грани, бизнес рушился. Нужно было затыкать дыры, платить налоги. Меня еще мой бизнес-партнер кинул на большую сумму денег. И я ей взял ипотечные деньги. Ну, а что мне было делать? Ну, я бы разрулил все, клянусь, если бы не эта авария. Почему ты мне не рассказал тогда? Не хотел тебя грузить своими проблемами. У меня мужчина, в конце концов. Как ты в итоге вырулил с этой квартиры? Договорилась с банком? Ее выкупил мой муж. Уверен, что твой муж хороший человек. Убежден, что он тебя очень сильно любит. Ты достойна самого лучшего. Май, а что с нашим ребенком? Потеряла почти сразу, как ты пропал. Прости. Я так виноват перед тобой. Ты, наверное, меня теперь ненавидишь. Нет, Игорь, да ты же...
что я? Нет, я тебя совершенно не винила. Ты здесь ни при чем. Вот возьми. Малыш, спасибо тебе большое. Как только я встану на ноги, я пойду работать и вернусь тебе все до копейки. Ладно, мне пора. Я уезжаю недели на три. Я все думаю. Пожалуйста, сними квартиру. Тут денег хватит. Нам нужно расстаться, ты же это понимаешь? Конечно, я понимаю. У тебя новая семья, новая жизнь. Я ни на что не претендую. Пока. Ты счастлива? Да? Можно я тебе буду иногда звонить? Я сама тебе позвоню. Спасибо, малыш. Да. Это я. Я же просила тебя, я сама позвоню. Извини, я на минутку. У меня к тебе большая просьба. Могу я остаться в нашей, в твоей квартире, пока идет лечение? Что случилось? Скажи, что это риэлтор. Что ты продаешь квартиру. Я вам перезвоню. Кто это был? Ты кто это? Это риэлтор. Я хочу продать квартиру. Зачем? Если тебе нужны деньги, ты да только нет, скажи. Нет. Не в деньгах дело. Просто с этой квартирой связано много грустных воспоминаний. Я дурак, надо было мне самому заняться этим. Давай, я займусь продажей квартиры. Нет, у тебя так много работы. Я сама. Да просто услышал мужской голос в трубке, стало не по себе. А это, оказывается, всего лишь риэлтор. Петь, хочу тебе кое-что сказать. Что? Так хочу, чтобы мы уехали. А я-то как хочу. Завтра пораньше встанем и поедем. Я тебя очень люблю. Thank you.
еще в центре озера есть остров. Мы будем там рыбачить и устроим пикник. Ура! Мы поедем на необитаемый остров? Нет, мы туда поплывем. Ну что, ты рада, что мы сюда приехали? Угу. Мне кажется, тебя что-то беспокоит. Да нет. Просто моя жизнь так изменилась. Не могу привыкнуть. Ты знаешь, честно говоря, я тоже не могу привыкнуть. Иногда. Что ты моя жена. Прости, давай не сегодня. Не обижайся. Ну, разве я могу обижаться? Пойдем спать? Иди, я еще здесь побуду. Ну, хорошо. Раскачку только. Смотри. И... Давай. И... Раз. О, хорошо. Все, теперь вниз. Все. Теперь ловим. Ловим. Тася. Тасенька. Вот так вот. Перевешивай. А ты не возьми вот так вот. Поближе вот так вот встань. Во, вот так вот. Когда у тебя будет дергаться плавок? Он не должен дергаться. То есть вот так вот он будет дергаться. Вот, ну, он уже видишь, да? Видишь, он начинает дергаться. Ну, вот. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Ну что, урок окончен? Отправляемся в плавание? Ура! А? Так. Угу. Держи. Давай, спускайся. Я совсем не умею плавать. Ну, милая. Когда я рядом, тебе не о чем беспокоиться. Давай. Я умею, я тебя научу. Сейчас, секундочку. Да. Что случилось? Майя, привет. Мне срочно нужна твоя помощь. Сейчас буду. Варя звонила, у нее там что-то дома случилось. Я просила ее заменить на работе. Вернусь. Завтра, максимум послезавтра. Ну что ж, надо так надо. Эх ты. И с тех пор, как они уехали, вот буквально никаких новостей. Ничего, подождем. Майя. Одна. Странно. Может, они поссорились с Петром? Постарайтесь это выяснить. Принято. Игорь, привет, ты где?
Я возле медцентра на Байкальской. Я отправил свои снимки рентгеновские Семенову. Он сказал, что все намного хуже, чем он ожидал, поэтому нужно будет намного больше денег, и тех денег, которые ты дала, не хватит. Вот. Сейчас жду, когда он меня примет. Я сейчас к тебе приеду. А ты в городе? Да. Да нет смысла приезжать, я вот через пару минут уже захожу на прием. Давай лучше в квартире встретимся. Ладно, хорошо. Давай, до встречи. Ой, здравствуйте, Маечка. Здравствуйте, Алла Дмитриевна. Я на секундочку. Да ну что вы, это и вас жду тоже. Маргарита Павловна, это я. Майя забрала с собой свадебный подарок, тот, который золотой. Привет. Ты раньше, чем я ожидал. Был Савицкий, твой партнер? Откуда ты его знаешь? Да ты когда пропал, он приходил, предлагал помощь. А, да, это он. Я сам ему позвонил. Он сказал, что готов со мной работать, как только я полностью выздоровлю. Представляешь, я так рад. Это означает, что я скоро верну тебе все деньги. Да это не важно. Главное, чтобы ты поправился. Что сказал врач? Доктор Семенов будет применять нетрадиционные методы лечения. Он разработал уникальную реабилитационную программу. Лечение дает, ну, потрясающий эффект. Ну и цена, правда, соответствующая. Игорь. Вот возьми. Май. Май. Здравствуйте. Привет. И что ты будешь делать? Не знаю. Надо помочь Игорю. А как же Петя? Ты не представляешь, как я себя чувствую, когда ему вру. Просто ненавижу себя. Скажи тогда правду. Да я пыталась, не смогла. Слушай, подожди. А тебе это не кажется странным? Это воскрешение, а? Да. То есть нет. Игорь мне все объяснил. А ты с чего взяла, что он болен? А? Ты не представляешь, как ему плохо. Реабилитация стоит очень дорого. Я даже колье заложила. Ты с ума сошла? Ну что делать? У кого он лечится? У Семенова. Это
лучший специалист, доктор медицинских наук. Так, слушай, давай так сделаем. Давай-ка мы завтра к этому Семенову поедем и во всем его расспросим. А зачем? Майя, приди в себя! Давай, мы договорим потом об этом. Все, мне пора, пока. Сыр мы будем засыпать уже после. А можно я помешаю, чтобы он не засохся? Помешай, помешай, хорошо. Так. Привет. 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 А мы все сами приготовили. Какие молодцы. А как же наш отдых? Ничего страшного, поедем денька через два на наше озеро. Я пока как раз свои дела решу. Что там, Валя? Да ничего, все хорошо, я ее подменила. Все нормально. Отлично. Зачем ты пришла? И тебе здравствуй. У меня к тебе дело срочное. Проходи. Тася, здравствуй. Моя любимая племяшка, привет. Уходи, ты нам не нужна. Тася. Ты нас не любишь, ты ведьма. Уходи. Я тебя ненавижу. Извините. Тасенька. Тась. Так некрасиво. Тетя Риза там ждет. Я не пойду. Ну, что с тобой происходит? Мама. Тетя Рита. Я видела. Что? Тетя Рита. Я обещаю, я никогда никуда не уйду. Все хорошо. Алла Дмитриевна, да? Ну, оставьте нас. Да. Ведьма, значит. Интересно, что еще эта девочка может придумать? Странно, я раньше думал, что она к тебе так относится из-за своей болезни. Вот сейчас она выздоровела, а ничего не изменилось. А тебе не кажется, что это Майя настраивает ребенка против меня? Так ты опять за свое? Нет, я просто предположила. Только учти, жена твоя не такая уж идеальная. Не тебе об этом судить. Конечно, не мне. Сейчас ты все увидишь сам. Что? Это, наверное, ее риэлтор. Да пусть это будет риэлтор. Только отношения у них не такие уж и деловые. Ты шпионишь, что ли, за ней? Вовсе нет. Я совершенно случайно проезжала мимо. Конечно, и совершенно случайно все сняла на видео. А ты бы словам моим не поверил. Ну что же, Петенька, тебе решать, конечно. И жить тебе с этим. Всего доброго.
Кофе, пожалуйста. Спасибо. Раз, два, три. Доброе утро. Доброе утро. Привет, Влад. Ты почему меня не разбудил? Ой, вы так сладко спали. Я не стал. Алла Дмитриевна, что у нас сегодня на завтрак? Ваша любимая глазурья, Петр Алексеевич. Знаменитая глазурья Аллы Дмитриевны. Я американ. Спасибо. Ну что, какие сегодня планы на день? Дела в городе, часа на два. А что за дела? Встреча с риэлтором. Спасибо большое, очень вкусно. На здоровье, маячка. Я побежала. Пока, Вань. Пока. Хорошего дня. Спасибо. Привет. Привет. Не ждал тебя сегодня. А я вот вышел прогуляться, решил без палки попробовать. Но, как видно, зря. Ты чего? Игорь, ну разве так можно? Я что, с тобой как с ребенком должна носиться? Майя Андреевна, простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Валя. Привет. Привет. Привет, ребята. Это вы лифт сломали? Это нет, там просто кнопка заедает. Ты знаешь, это очень хорошо, что ты здесь. Привет, Валя. Рад тебя видеть. Да-да-да-да-да-да-да-да. А вот я тебя не очень. Валя, что такое? Ты чего? А то, что он тебе врет. Да, я была в медцентре. Доктор Семенов 3 месяца уже там не работает. Я сейчас все объясню. Просто когда я... Слушай меня. Ты врун, понимаешь? Врун. Вся твоя амнезия – это выдумка. Я просто уверена, что никакой амнезии у тебя не было. Ты здоров, как бык! Так, давайте успокоимся и поговорим... Ты специально придумал ее, чтобы тянуть из Майки деньги. Я прошу, давайте успокоимся и поговорим сейчас, как цивилизованные люди. Почему ты мне солгал про врача? Я жду. Я не лгал. Когда я первый раз разговаривал с врачом, он назначил мне консультацию. Он сам мне позвонил. Я решил, что консультация будет в медцентре. А когда туда приехал, мне сказали, что доктор Семенов снял свой личный кабинет по другому адресу. Да что вы говорите? А интересно, доктор Семенов лично тебе не сказал об этом разве? Сказал. Но я забыл. После амнезии такое бывает. Неужели? Валя! А вот давай-ка мы наберем этого доктора Семенова и лично все у него спросим, а? Пожалуйста, звоните. Только вряд ли он вам что-то скажет. С какой-то стати. Он не будет нарушать врачебную этику. А мы попробуем? Да, мы попробуем. Какой у тебя пин-код? 1-1-1. Какой-то пин-код, какой простенький. А ты, Валь, пожалуйста, я тебя прошу, ну все же выяснилось. Да ничего не выяснилось. Ты что, не видишь, что он врет тебе? Съезди тогда в эту больницу, где он якобы лечился. Я ничего не хочу. Я верю Игорю. Послушай, сними эти розовые очки. Гони его отсюда. Он врет тебе. Гони его немедленно и как можно быстрее. Валя, тебе лучше уйти. Прямо сейчас. А...
Нет. Ну, прощай. Петя! Да. Привет, а где Тася? Она в своей комнате играет. Вы поели? Да. Что? Петя, я должна была сказать тебе раньше. Игорь вернулся. Не понимаю, почему нельзя было сказать сразу, с чем нужно было знать. Я не знаю. Запуталась. Просто мне казалось, что у меня с Игорем все. Все еще люблю. Хорошо, уходи. Только Тася об этом пока ничего не должна знать. Ты же разрешишь мне с ней видеться? Только первое время. Потом ваше общение должно сойти на нет. Я понимаю. Я не могу представить, что мы с Тасей скоро расстанемся. Я сама во всем виновата. Давай сделаем так. Сегодня Тася вечером ляжет спать. Ты соберешь вещи и уедешь. Хорошо. Что мы ей скажем, как это преподнесем? Что-нибудь придумаю. Майя! Привет! Я так соскучилась. Я тоже. Ты обещала мне почитать. Читаешь? Конечно. Ты сейчас беги наверх. Я скоро приду. Почему ты плачешь? Все хорошо, не волнуйся. Беги, беги. Может, я все-таки завтра уеду? Ладно, мы завтра с утра пойдем с Тайси погуляем, а ты соберешься и быстро уедешь. Спасибо. Петь, прости меня. Я так перед тобой виновата.
Аллочкам. Разводится. Отлично. Хорошая новость. Спасибо. Игра. Ну, видишь, дождик прошел, мокрый ведь. Ну и что? Ну, сейчас мокрые все будем. Ну и пусть. Давай. Наоборот, прикольно. Ну, хорошо, давай вот здесь вот поменьше травы. Вот туда только не бросай мяч, потому что там кусты. Давай вот здесь. Вот, давай, давай оттуда и бей мне пенальти. Папа! Привет. Привет, что ты здесь делаешь? Да я случайно проезжала мимо, решила заехать. Алла мне сказала, что вы с Тасей здесь. Чего ты хочешь? Петь, что-то случилось? Мы с Майей расстаемся. Довольна? Я довольна? Да. Довольна? Да, мне Майя никогда не нравилась. Но ты мне очень дорог. А что, Майя уже уехала и больше не вернется? Вы уже подали документы на развод. Майя уходит от нас? Нет. То есть, да, ей висят. Тася. Тася. Подожди. Подожди. Что решаешь? Бросаешь меня и папу? Мила, я не бросаю вас. Я просто поживу в другом месте. Зачем? Ты же можешь жить с нами. Я выхожу на работу, и чтобы не опаздывать, буду ездить из города и поживу там. Ну, папа же ездит на работу на своей машине, никогда не опаздывает. Почему ты так же не можешь? Я понимаю, но... Вы с папой поссорились? Нет. Он тебя обидел? Нет, Тась, папа никогда меня не обижал. Так почему ты уезжаешь? Ну, просто так нужно. Я обещаю, я каждый день буду приезжать к тебе. Тась. Ты обещала, что никогда не уйдешь. Тасенька. Ты врунья. Не подходи ко мне. Уходи. Я тебя ненавижу. Тась. Привет. Ну, малыш, ты вернулась, я рад. Давай, сейчас кофе будем пить. Ты надолго? Всегда. Я во всем призналась, мы разводимся. Идиотка! Ты с ума сошла? Ты понимаешь, что ты натворила? Где были твои мозги? Ты понимаешь, что из-за тебя меня... Просто я так расстроился, что снова разрушил твою жизнь. Прости, Марин. Я тебя никогда таким не видела. Я понимаю, я сам не ожидал от себя такого, но ты понимаешь, что всю ночь не спал, я нервничал, у меня были дикие боли. Ты простишь меня, малыш, а? Прости меня. Спасибо, малыш. Малыш, может, еще подумаешь, может, не стоит торопиться с разводом, а? Я только ради тебя, из-за тебя только, а? Чтобы ты потом не сожалел об этом, а, малыш? Я уже все решила. Ну, хорошо. Я счастлив. Ну, к сожалению, взрослых. Так иногда бывает. Не значит, что Майя тебя не любит. Я тебя люблю. Я всегда... Это, знаешь, Майя будет приезжать иногда. И
Просто очень скучаю по Тасе. Малыш, я так тебя понимаю. Вернись к Петру. Он только этого и ждет. И тогда Тася тебя простит. Да я не могу к нему вернуться. Даже если бы я этого очень захотела. Подожди. Ты что, не хочешь, чтобы мы снова были вместе? Что, конечно, хочу. Но я готов пожертвовать нашим счастьем ради Таси. Нет. Я не могу оставаться с Петром только ради ребенка. Это неправильно, это уже не семья. Когда будете на развод? На следующей неделе. Чего? Тася видео прислала с озера. Почему? Где это? На озере, у них там дом. Далеко это от города? Километров 30. За поселком Лесное озеро. Места там невероятные. Что, урок окончен? Отправляемся в плавание? Великолепно ты танцевала, просто порхала, как бабочка. Я не могла тобой налюбоваться. Почему ты меня больше не любишь? Я тебя очень люблю. Тогда почему ты ушла? Одному хорошему человеку очень нужна помощь. Понимаешь? Как тебе тогда? Я думала, ты не придешь. Ну как же я могла не прийти? Даже если мы с твоим папой уже не вместе и реже видимся, ты навсегда у меня вот здесь и вот здесь. Смотри, очень волновалась, что не успею шить платье до твоего выступления. Люблю тебя. Беги. Thank you.
давай ей еще что-нибудь сошьем. Например, спортивный костюм. Игорь. Май, привет. Привет. А ты, наверное, Тася. Рад с тобой познакомиться. Май очень много про тебя рассказывал. Ты почему не на реабилитации? Процедуру на сегодня отменили, доктор симпозиум. А это Олег. Мы с ним вместе проходим курс лечения. А это Майя, моя жена. Очень приятно. Мне пора. Был рад познакомиться. Увидимся. То есть это Игорь, мой друг. Тогда почему он сказал, что ты его жена? И ты жена моего папы. Ой, я вспомнил. У меня же очень важное дело. Пока, ребенок. Я домой. Ну что, куда пойдем? Я хочу на качели. Тасенька, ну что с тобой такое? Можно я тебе признаюсь? Конечно. Мама привезла меня к тете Рите, а сама куда-то уехала. Потом, когда она вернулась, они с тетей Ритой так ругались. И тетя Рита еще кричала, что сейчас поедет в аэропорт, встречает папу и все ему расскажет про Филиппа. Они при тебе ругались? Они тебя видели? Нет. Я сзади стояла, они меня не видели. Мама сначала тетя Риту не пускала, просила, чтобы она ничего не говорила папе. А потом... Потом мама упала с лестницы. Но она же не могла сама упасть. Тише, тише. Собрала его чемодан и прогнала. Раньше я все терпела, терпела из-за ребенка, а потом думаю... А какой вырастет у меня Илюха, если он вот это все видит? Ну, правильно. Молодец. Не сомневайся. Я не сомневаюсь. Дышать даже легче Сегодня стало. В нашем не городе поверишь. Произошла серьезная авария. По имеющимся данным, мужчина, находясь за рулем автомобиля, не справился с управлением и вылетел с дороги. Слышь, Май? Майка, алло. Произошло возгорание автомобиля. Алло. Водитель погиб на месте. В ходе дальнейшего расследования установлено, что транспортное средство принадлежит известному бизнесмену Петру Соколову. Определяется причина возгорания. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех подробностей этого инцидента. Да тут похоже само возгорание. А в чем причина? Взрывное устройство, да? Не похоже. Нет характерных повреждений. Экспертиза покажет. Не повезло парню. Проводник недоступен. Неужели он погиб? Пожалуйста, давай быстрее. Я должна быть рядом с Тасей сейчас. Малыш, мы почти приехали. Держись. Спасибо, что ты со мной поехал. Конечно, как я мог поступить иначе? Ты же в таком состоянии. Вот здесь, этот дом. Петя! Хорошо, что ты жив. Я очень волновалась. А кто погиб? Антон, мой водитель. Какой ужас. А что они говорят? Ты там был? Да, был. Ничего не понятно. Сказали, что сообщат после экспертизы. Это твой риэлтор? Игорь,
Рад, что все обошлось. Вам очень повезло. Спасибо. А, мне нужно уже бежать к доктору. А, не переживай, я доеду на такси. Счастливо. Пока. Он выглядит довольно здоровым. Быстро идет на поправку. Рад, что у вас все хорошо. Надеюсь, ты счастлива. Петь, нам надо поговорить. Сейчас не самый лучший момент. Петь, это очень важный вопрос. Я верю Тасе. Там что-то не так. Не зря же она избегала Риту. Разве она ведь ничего не помнила? Мне кажется, в подсознании у Таси отложилось, что Рита как-то связана со смертью матери. Сейчас она это вспомнила. А там речь шла о каком-то Филиппе. Да. Ты его знаешь? Кэти ходила в салон к Рите. Там был массажист Филипп. Редкое имя, я запомнил. Петя, это нельзя так оставлять. Да, я с этим разберусь. Я так рада тебя видеть. Чай, кофе, что-нибудь хочешь? Да. Я хочу знать правду о смерти Кати. Ну, ты же все знаешь. Тася все вспомнила. Не понимаю, что она могла вспомнить? Она вспомнила, что Катю убила ты. Ты с ума сошел? Тася просто все выдумала. Только я не понимаю, зачем ей это нужно. Ну да, конечно. Полиции маленькой девочки вряд ли кто-то поверит. А вот показания Филиппа уже кое-что. Сразу станет понятно, по каким причинам ты убила Катю. Подожди, ты что, поверил Филиппу? Зачем ему врать? Да я его уволила недавно. И мстит, наверное, мне. В общем, так, у тебя есть два варианта. Либо ты сейчас же все рассказываешь мне, либо ты все рассказываешь в полиции. Я не убивала Катю. Я клянусь, я не убивала ее! До встречи в полиции. Петя, подожди. Подожди, я все расскажу. Петя, я люблю тебя. Люблю с той самой минуты, как Катя нас познакомила. Ваши коктейли. Могу забрать? Угу. Приятного отдыха. Мы с Петей все больше отдаляемся друг от друга. Я его почти не вижу. Не хотела тебе, конечно, говорить, но... Что «но»? Да я пару дней назад машину Петра видела. Подошла, хотела поздороваться. А он там со своей секретаршей. Сама понимаешь, чем занимались. Я подозревала, что у Пети кто-то есть, но... Я гнала от себя эту мысль. И что же мне делать? Кать, что можно делать в такой ситуации? Ну, разводиться, конечно. Не прощать же. Нет, я не буду разводиться. Я все еще люблю его. И ради Таси не хочу. Не хочешь разводиться? Заведи себе любовника. Это мерзко. Мстить таким образом. Слушай, ну, хорошо отдохнуть, ты расслабиться, тебе ж точно ничего не может помешать? Заняться собой. Я не знаю. Может быть. Да нет, не может быть, а точно. Короче, пройдешь курс у моего массажиста. У него волшебные руки. А главное, энергетика.
Вы хотите, чтобы я переспал с вашей сестрой? А я что-то неясно сказала? Ладно, не вопрос. Но учти, Катя не такая, как твоя клубная девица. С ней не все так просто. С Катей нужно действовать тонко, нужно разговаривать. Но потом включить твою знаменитую энергетику. Понял. Включим. Если все пройдет хорошо, получишь еще столько же. И не забудь про фотоотчет. Договорились. Маргарита Павловна, а можно вопрос? За что вы так не любите свою сестру? Я ее люблю. Но мужа ее я люблю больше. Филипп прислал мне фотоотчет, и я доплатила ему. Он удачно справился с моим поручением. В этом деле он мастер. Пойдем. Да. Да, я все знаю про тебя с Филиппом. И сейчас я пойду в аэропорт. Петр как раз прилетает через час. Все ему расскажу и покажу вот это. Этого он тебе точно никогда не простит. Рит, ты этого не сделаешь. Еще как сделаю. Ты ему не пара. А мы с Петром будем счастливы. Ты специально все это подстроила. И про то, что он не изменяет долгова. Ты специально подсунул мне этого Филиппа. Да как же ты могла? Ты ведь моя сестра, это же подло. Неужели? Ты хочешь сказать, что это я уложила тебя к нему в кровать? Не сама ты под него легла? Рита, я умоляю тебя, пожалуйста, не надо. Поздно. Раньше надо было думать. А теперь он все узнает. Пусти меня. Уйди с дороги! Умоляю, прости меня. Мне очень жаль, что так вышло. Я не хотела, чтобы Катя погибла. Тебе жаль? Смешно. Ты думаешь, этого достаточно? Ты все равно виновата в смерти Кати. Но я уже наказана. Хорошо. Я ничего не буду предпринимать. Только если ты немедленно уедешь из города. И исчезнешь из моей жизни. Ты согласна на эти условия? Если ты еще хоть раз появишься, я сразу сдам тебя в полицию. Ну, ты так не спеши. Я не спешу. Игорь! Я сейчас. Здравствуй. Я тебе руку подам, когда ты долг вернешь.
А это кто? А это, да, это бывший заказчик, у которого я большую партию отменил. А, да, я помню, ты в кафе рассказывал. Все в порядке? Почему он тебе руки не подал? Да просто 3 аккумулятора оказались бракованными. Но ты не переживай, уже все в порядке. Я во всем разберусь. Понятно. Больно? Да все нормально. Пойдем, пойдем, пойдем? Тебе уже полежать надо. Пойдем. Вот результаты экспертизы. Ознакомьтесь. К воспламенению привело скопление топлива в защите картера двигателя из-за разгерметизации топливной системы, а именно соединение между патрубком и топливным фильтром. Нарушение герметизации топливной системы. Я ничего не понимаю. Да. Соединение в системе подачи топлива было неполным. Тут либо некачественное техобслуживание, либо... Да как такое может быть? Водитель только вчера забрал машину из сервиса. А что с ней было? Да я наехал на арматуру 2 колес. А еще какие-то неисправности были? Да нет, ничего не было. Она практически новая всего год. А у вас есть враги? Враги, что вы имеете в виду? Ну, вы сказали, что ваш водитель оказался за рулем случайно. Ну да. Я должен был отвезти дочку на занятия. Мне звонили из офиса. Нужно было сразу срочно решить проблему. Поэтому он поехал вместо вас. Ну да. Вы думаете, что кто-то специально это построил? Меня хотят убить? Допустим. Ну, это в качестве предположения. Может быть, механик, когда менял колеса, что-то случайно там испортил. Мы допросили этого механика, Светко. Да, я знаю его. Так вот, Светко заявил, что поменял только колеса и ничего больше в автомобиле не трогал. Это подтверждают его коллеги. Они работают в одном помещении. В конце рабочего дня они закончили работу и ушли все вместе. Может быть, после них кто-то пробрался и что-то там испортил. Поэтому еще раз. У вас есть враги? Насколько я знаю, смертельных врагов у меня нет. А кто мог знать, что машина в автосервисе? И что вы поедете за дочкой? Да кто знал? Водитель знал, жена знала. Не знаю, кто еще. В каких вы отношениях с женой? Мы в стадии развода. Но моя к аварии отношения не имеет, это абсолютно точно. Подумайте, ну, может, кто-то был в курсе ваших перемещений? Да нет, вряд ли. Что-то вспомнили? Нет, ничего такого. До свидания. Но Игорь ведь мог знать, что машина в автосервисе. Что я ее буду забирать и поеду за Тессей. Откуда? Ну, пару дней назад мы с тобой разговаривали по телефону на громкой связи. Игорь ведь тогда дома был? Да. И что? Ты рассказывала, что он занимается автозапчастями, хорошо разбирается в машинах. Он вполне мог договориться с этим Светко и подстроить поломку. Ревнуешь? Я люблю. Поэтому очень беспокоюсь. Думаешь, тебе может что-то угрожать из-за Игоря? Ты уверен? 100% уверенности у меня нет. Все это очень подозрительно.
поживает Олег, с которым я тебя видела в парке? У него закончилась реабилитация. С тех пор мы не виделись. А ты куда? Как куда? На реабилитацию. Удачи. Валь, привет. Это я. Можем встретиться. Как фамилия вашего мужа? Костюхов. Игорь. Нет, я его впервые вижу. А вот этого? Тоже ваш муж? Нет, это мой. Нет, такого пациента у меня тоже не было. А я говорила тебе, что он врет. Он нарочно притворялся больным, чтобы выманивать из тебя деньги. Хорошо притворялся. А вот интересно только, куда он их тратил. Я тебе не показывала. Что это? Думаю, долговые расписки. Стоят даты и суммы, которые я ему давала. А вот интересно, откуда у него такие долги? Понятия не имею. Получается, я жила с человеком, который мне постоянно врал. Слушай, а если Петр был прав? И он действительно подстроил эту аварию, чтобы Петр погиб, и он завладел еще и его деньгами. Об этом даже страшно думать. Ну, я выясню. Как? Приплыву к стенке. Скажу, все, выкладывай. Я все знаю. Ни в коем случае. Делай вид, что ты ничего не знаешь. С ума сошла. Может, ты права. Оля, какая я дура. Просто полная дура. Майя, ты действительно дура. Валь, да и без тебя тошно. У меня первый раз в жизни была хорошая семья. Я их предала. Из-за человека, которого я, получается, вообще не знаю. Нам надо найти человека, который знает его лучше, чем ты. Ампер. Что вспомнила? Ничего, я проверю в интернете. Все, Валечка, пока. Мне надо к Тасе. Майка! На связи. Куда поедем? Ну, выбирай. Развлекательный центр или ботанический сад? Давай ботанический сад. Хорошая идея. А папа мне подарил искательные часы с GPS-трекером. GPS-трекером? Чтобы ты не потерялась? Ну да, папа объяснил. А зачем ты их снимаешь? Ну я же с тобой. Я с тобой не потеряюсь. Ну, тогда в рюкзак положи. Выстегивайся. Да? Добрый день, это Константин Глухов. Вы мне звонили? Да, это Майя, мы с вами виделись. Скажите, я вам несколько раз звонила, вы не брали трубку. Мы можем с вами встретиться? Очень важный вопрос у меня. Хорошо, через 30 минут, возле моего офиса. А можем часа через 3-4? Нет, не могу. Я через час уезжаю из города, причем на все выходные. Хорошо. Все, до встречи, я буду через 30 минут. Май, поехали, садись. Малыш, прости, пожалуйста. У меня очень важное дело. Я его не могу отменить. Пожалуйста, мы с тобой обязательно в другой раз съездим. Завтра. Завтра точно поедем? Точно, точно. Вот обещаю. Точно. Угу. Прости. Хорошего дня. Игорь, мне должен крупную сумму. Обещал вот-вот вернуть, а потом исчез.
На телефон он не отвечал, а адреса я не знал. Тут смотрю, он. А долг — это по бизнесу? Нет. Мы с Игорем играли в одном подпольном казино. Там мы познакомились. Ну и периодически друг у друга перехватывали, чтобы отыграться. Сам я играть завязал, так как жизнь шла под откос и чуть не лишился бизнеса, семьи. Вы ничего не знали? Скажите, а кому он должен и сколько? Я не знаю. Я перестал ходить до того, как он исчез. Надо спросить у завсегдатаев, может быть, кто-нибудь из них знает. Вы меня можете туда отвезти? Нет. Нет. Я туда не ногой. Могу сорваться. Так я сама могу, только, может, есть какой-то пароль, как мне туда попасть? С одним паролем вас никто не пустит. Нужна еще визитка владельца казино Савицкого. Савицкого? Сейчас. Такая? Да. Отлично. Здравствуйте. Проходите. Прошу. Прошу. Здравствуйте. Вам фишку. Оставляете став? Нет. Вот, деточка, забирайся. Вижу, вы играете впервые. Мой вам совет. Бегите из этой клоаки человеческих слабостей и пороков. Вам здесь не место. А вам? А мне... В моем возрасте уже все можно. Так как так-то? Извините. Виктор, зам управляющего банка. Вторые сутки здесь. А вы здесь всех знаете? Завсегдаты? Да, конечно. А может, знаете Игоря Конюхова? 30 лет, высокий такой брюнет. Да, знаю. Он из ярых завсегдатаев в казино. Но везение не его конек. По слухам, Игорь должен Савицкому
какие-то астрономические суммы. Савицкому? Ну да, владельцу казино. Одно время Игорь куда-то пропал. И все были уверены, что Савицкий его, ну как это теперь говорят, грохнул. Он долги не прощает. Но недавно я видела Игоря здесь. Здесь. Деточка, а Игорь вам кто? Муж. А, нет. Бойфренд. Спасибо вам. Мне было очень приятно пообщаться. Удачи. Мне пора. Я только что на записи камеры видеонаблюдения видел твою жену. Майя была в казино? А что она там делала? Снимала кино про казино. А моя охрана все профукала. Если Майя пойдет с этим фильмом в полицию, то, как ты понимаешь, Оскара мне не дадут. А вот проблемы у меня появятся большие. Михаил Сергеевич, я... Немедленно разберись со своей бабой. Забери у нее телефон, удали видео. Убеди ее, чтобы она не стучала в полицию. Иначе за это сам ответишь. Ты понял? Я совсем разберусь. Ты что здесь делаешь? Есть разговор. На звонки ты не отвечаешь. Убирайся, потом поговорим. Значит, будем разговаривать здесь, чтобы соседи слышали. Ладно, только быстро. Майя вернется минут на минуту. Ты говорил, что только подпортишь электронику. А что в итоге? Водила погиб. Чего ты хочешь? Ты должен доплатить еще половину того, что ты мне дал. Да ты что? Денег нет. Тогда я пойду в полицию. И что? Если меня возьмут, я буду все отрицать. Улик на меня никаких нет. А тебя закроют, не сомневайся. Меня у машины никто не видел. А ты целый день вокруг нее вился. Главное, не паникуй. Деньги будут, но позже. Когда? Когда-когда. Как только, так сразу. Давай, иди. Как деньги будут, я позвоню. А пока сиди тихо, понял? Понял. Но не вздумай меня кинуть. Не кину. Мы в одной лодке. Здрасте. Ты давно здесь? Ты все слышала? Я все знаю. Ты мне врал с самого начала. Ты не болен. Никакой амнезии у тебя не было. У тебя куча долгов. Ты просто игрок. И тебе деньги нужны были для того, чтобы с ними расплатиться, да? Малыш, давай спокойно во всем разберемся. Спокойно? Ты можешь вот так спокойно разговаривать? Это ты подстроил аварию, из-за тебя человек погиб. Только ты хотел, чтобы не водитель погиб, а Петр, да? Ты должен пойти в полицию и все рассказать! Да, Тася. Май, а ты видела, у тебя в машине лежит мой рюкзак? Ты видела его? Thank you.
Пап, кажется, с Майей случилось что-то очень страшное. С чего ты взяла? Мне только что я звонила, мы говорили, а потом она закричала, и связь прервалась, телефон выключился. Часы не беру. Дайте секунду, телефон выключен. Я думаю, что с ней ничего страшного, она дома, сейчас я к ней доеду. Я знаю, как ее найти. У нее в машине лежит мой рюкзак, и в нем этот, как его, крекер. Давай посмотрим. Давай. Хорошо. Что я собираюсь сделать? Ты утонешь, а я переведу все стрелки на твоего мужа. Я сделаю так, что все подозрения упадут на него. Ты же понимаешь, у меня нет выбора. Я не хочу в тюрьму. Ты меня не можешь убить. Я знаю, что ты не такой, Игорь. Ничего ты не знаешь. Я всегда мечтал о красивой жизни, чтобы много денег и ни о чем не париться. Но бизнес не шел, как бы я ни пытался. Всегда жалел, что ты не дочка олигарха. Зачем же ты тогда со мной жил? По большой, но чистой любви. В общем, я решил попытать судьбу в казино. Первый выигрыш. Я выиграл? Да. За 5 минут я поднял больше, чем за последние полгода работы. Поймал удачу за хвост. Так я думал. Но потом не заметил, как втянулся. Карту. Ни дня не мог прожить без игры. Я оказался по уши в долгах. Был только один выход. Исчезнуть. Умереть для всех. И тогда я решил инсценировать аварию. Я был уверен, я все сделал правильно. Все думают, что я мертв. Но я недооценил Савицкого. Как же твои часы, которые нашли? Часы? Я их оставил в придорожной забегаловке. Это счастливая случайность, что тот, кто их нашел, утонул. Как ты узнал, что я вышла замуж? Я увидел случайную новость в интернете. Известный бизнесмен Петр Соколов снова женится. Ты решил вернуться? Ради денег? Нет, тогда я об этом даже не думал. Я был рад, что ты хорошо устроилась. Но вскоре меня нашли. Ну что ж, мне здесь нравится. Копай, Игорек. Не надо, нет. Ну что делать? Ну что, долг ты все равно не отдашь. Оплатить по счетам надо. Ну, умоляю, ну не убивайте меня. Убивать? А разве ты для всех не мертвый? Мы просто исправляем это досадное недоразумение. Ну, я верну вам деньги. Ну, пожалуйста, ну я знаю как! Знаешь как? Да.
Я раскручу, свою бывшую на деньги. Она вышла замуж за богатого бизнесмена Петра Соколова. Соколов? Да, да. Сокол строит. Да, да. Ладно. Но неделя. Помни, через неделю ты мне отдаешь все деньги. И помни, Горюк, на кону твоя жизнь. Ну что ж, господа, ставки сделаны, ставок больше нет. Ты бросил меня беременную с кредитом. Просто ничтожество, ты трус. Но я же вернулся. Да, чтобы из меня деньги тянуть. Малыш, мне нелегко далось это решение. Но что делать, когда твоя жизнь на кону, приходится идти на жертву? А как же врачебное исключение? Липа. Я украл эти снимки в какой-то больнице. Надел белый халат, прикинулся санитаром. Вот почему ты не хотел, чтобы я разводилась. Тебе ниоткуда деньги было бы брать. Ну, конечно! Я отдал только треть суммы. Ты просто какой-то кошмар. Я не верю в это. Ты просто, ты меня никогда не любил. Я любил тебя. Но страсть к игре заглушает все другие чувства. Тебе этого не понять. Прости, поддался сексуальному порыву. Моя ошибка. Я понял это, когда заявил о разводе. Для меня это была катастрофа. Тогда я поехал к Савицкому. Итак, план не сработал. Ну что ж, не повезло тебе, Игорек. Не повезло. Но я не ожидал, что она подаст на развод. Но я в этом не виноват, клянусь. Ну дайте отсрочку, я что-нибудь придумаю. Больше никаких отсрочек. Хотя, есть один вариант. Ты грохнешь Соколова, пока Майя с ним не развелась. Она унаследует все его деньги. И тогда ты расплатишься со мной сполна. Я даже готов подождать полгода, пока она вступит в наследство. Ну, я не убийца. Ну, это твои проблемы. Тебе больше нравится быть жертвой? Ну, это твое решение, Игорек. Думай. Думай. Понял, зачем тебе это? Соколов увел у меня жену. Хочу ему отомстить. Я подшаманил немного под капотом, чтобы во время езды у него электроника полетела. Ну, чтоб ремонт ему дорого обошелся. Не, все решат, что это я. Зачем мне проблемы? Да никто на тебя не подумает. Ты, главное, поменяй колеса у всех на виду. Главное, под капот не лезь. А потом отгони машину из бокса, как обычно. Только поставь ее так, чтобы охрана не видела. И оставь машину открытой. Договорились. А ты уверен, что никто не заподозрит? Уверен. Все будет чики-пики. Ты просто чудовище. Я чудовище? А кто в этом виноват? Ты! Какого черта ты пошла в казино? Какого черта начала под меня копать? Прости, пожалуйста. Из-за тебя я стал убийцей. И назад пути нет. Игорь, пожалуйста, никому ничего не скажи, отпусти меня. Пожалуйста. Игорь, пожалуйста. Yeah.
Вперед. Залезай. Ну что, вы в больницу? Да, мы поедем. Нет, все в порядке. Вам необходимо завтра приехать в полицию, дать показания. Хорошо. А что с казино? Мы накрыли этот шалман, Савицкий задержан. Он, конечно, надеется на адвокатов, но он вряд ли легко отделается. Дело в том, что один из игроков застрелился прямо в казино. Играл 2 суток. Ну, видать, кукуха и поехала. Виктор. Что? А, ничего. Савицкому теперь грозит статья доведения до самоубийства. Ну, помимо всего прочего. Вот все и закончилось. Ну, не совсем все закончилось. Прости меня. Поживем, увидим. Ладно, поехали домой. Тася ждет.